тут еще прикольно, короче, есть вот такие штуки на полу. Ты на нее встаешь. The car is very interesting, not just for BMW's history, but for the whole history of car design. Because it was one of the very first. Из потолка тебе на этом языке рассказывают про эту машину. Уходишь, и она выключается. Это вообще офигенно. И звук идет направленно, то есть остальные его не слышат, слышишь только ты. Вот это вообще моя любимая BMW. Для своего времени это была просто офигенная машина. Да она и сейчас офигенная.